Добрый день, дорогие коллеги и друзья! Мое имя профессор Дов Фельдберг из Израиля, и как каждый год я хочу вас пригласить участвовать с нами в конференции РАРЧ 6 сентября этого года в Workshop FIGO, Международная ассоциация акушеров-гинекологов. В этом году у нас есть две темы на нашем workshop. Одна тема очень важная – это эдукация врачей и пациентов во время технологии БРТ и лечения БРТ. И вторая тема – это quality control, контроль качества клинической и лабораторной работы с пациентами ЭКО и в лабораториях ЭКО. В этом году у нас есть 7 спикеров. Первый спикер будет Никиль Пурандаре, доктор Никиль Пурандаре из Ирландии, который будет обсуждать насчет quality control в клинической работе БРТ. Вторая спикер будет доктор Анастасия Кириллова из Кулакова центра в Москве, главный эмбриолог, что она будет обсуждать насчет quality control в лабораториях ЭКО. Потом буду моя лекция, которая будет обсуждать ошибки в лаборатории ЭКО с колоссальными плохими и тяжелыми результатами для врачей, для эмбриологов и пациентов, если случается ошибка в лаборатории БРТ. Четвертый спикер будет профессор Йоэль Шуфарос из Израиля, который будет обсуждать о новой технологии и quality control индукции овуляции для циклов БРТ. Пятый спикер будет профессор Эдгар Мукано, президент IFFS, что он будет говорить насчет эдукации и врачей, и пациентов во время лечения БРТ. Шестой профессор Хауард Карп из Израиля на превентивные шаги, чтобы спустить уровень и поднять quality control для абортов беременности после БРТ. И последняя спикер, наша дорогая Йона Барак из Израиля, которая была президент Альфа, Международной ассоциации эмбриологов, что она будет обсуждать насчет сертификации и квалификации женщин, врачей и эмбриологов, которые практически должны получить разрешение работать в лабораториях БРТ. Я уверен, что будет очень полезно, будет вам очень интересно. И мы ждем вас, дорогие друзья, в этом числе 14.00 6 сентября на наш воркшоп. И тут из Израиля я обнимаю вас всех. Всего хорошего и до свидания.